Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и я продолжаю играть в игру Outlast 2. Поехали! Боже, я благодать для тебя, но не покой. Нот 1, двоеточие 2. Надеюсь, сегодня меня из этого ущербного места выпустят, наконец-то. Так, отсюда же я не могу выйти, да. Не могу. Куда мне дальше-то? Мне же надо найти Лин, когда этот дождь закончится. Так, а куда это можно пододвинуть? Немного не понимаю. И да, я немного успокоился с предыдущей серии. Надеюсь, сегодня так стрёмно не будет. И что это было? Что это за бред? Может быть, туда можно? Короче, меня заколебали эти флешбеки со школы, и не хочу больше в них участвовать. Да, видимо, я могу так сделать. Блин, судя по звуку, кто-то за мной сейчас будет гоняться. Да? Да ведь? Зря я успокаивался, наверное. Надо держать себя в тонусе, походу. Ой, кто-то затопал. Опять кто-то затопал. Кто делает? Уа, уа. Прям рядом. Блин, да куда бежать-то? Кто там тарахтит? Блин, мне не страшно. Откройся. Откройся, пожалуйста. Откройся быстрее. Да блин, да быстрее же. Быстрее. Да ёлкиш. Куда бежать-то? Куда залазить? Какие вы бешеные все! Да ёлкиш! Как будто он прям за мной бежит. О, тут висельники. Да, куда эту хреновину потянуть? Наверное, сюда. Ой-ой-ой. Походу, они не со мной на этаже. А-а-а, ну-ка, буду очень близко. Хватит там бегать, чавкать. Шоколадками с магнита за 10 рублей. О-о-о-о. Он сказал... О-о-о. Он, походу, рядом. Давай, давай. Ой, блин. Ой, блин. Ой-ой-ой. Вот это я залез. А я правильно хоть бегу? Куда? Сюда? В смысле? А дальше? А дальше-то куда? Дальше куда? Я не понимаю, блин. Ай, под жопу пнули. Ай, под жопу пнули второй раз. Давай быстрее, дружище. Потом будешь лечиться. Беги ты, блин. Поймали, гады. Так, попытка номер два. Примерно я уже понял, да, куда бежать. Но, походу, я опять туплю. Сейчас стукнет. Нет, не успел, не успел. Лошара. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блин. Как мне не нравятся эти погони. Куда дальше-то? Прямо, да? Прямо? Ай, он сзади. Он сзади. Сзади, да? Он прям сзади. Нифига не носится. Ракеты гребаные. Куда же вы... Что вам надо от меня? Ого, в смысле? Ай, Джесси! В смысле? Черт. Да что, блин, происходит? О, что у него с глазами? Бабай. Смотри, смотри, язык высунул. Прикол. А куда? А, понятно. А дальше? Сюда, наверное? Блин, а что это... Что это вообще за тварь? Она же что-то олицетворяет, наверное, да? Может быть, какого-нибудь из этих придурков? Не, не буду я закрывать за ним. Я помню, как это в прошлый раз получилось. Не очень. Так, наверное, в туалет спрячусь. Давай. Да прятайся. Нет! Ай, блин! Да в смысле? Я ж дверь закрыл. Так, ладно, попытка номер пять. Шучу. Вторая. Заныкаюсь-ка я, пожалуй, подальше в этот раз. И закрывайся. Он же меня не найдет. О, будьте осторожны, глазки, с тем, что вы видите, будете... Будьте осторожны, глазки, с тем, что вы видите. Кто это, блин? Нет, серьезно, что он олицетворяет, я не понимаю. Ай, блин,
Нет меня здесь. Пошел в пень. Да ладно! А как ты? Как от тебя скрыться-то? Окей, попробуем в другой посидеть. Может перепрыгнуть, пока он будет стучать? Ой, стучит. Стучит? Да я не могу перепрыгнуть. Что с ним делать-то? Что? Вот что делать? Окей, пробуем еще одну теорию. Присесть может. Да вот же он долбится опять. Да так неинтересно. Он просто не дает мне играть. В смысле... Он сделал вид, что меня не заметил. Ладно, попробую здесь засесть. За писсуарами. И вот он, здравствуйте, сейчас подойдет ко мне. Смотри. Топ-топ-топ-топ-топ. Привет. Ух ты. В смысле, я и так могу? Да ладно. Я, оказывается, не только приседать могу, я еще и лежать умею, прикиньте. Так это тогда, дружище, сваливай-ка поскорее. Я попробую просто прятаться от тебя между шкафчиками. Вернее, этими кабинками. Тут он за мной бегать будет, а? Так. Ты ушел, товарищ? Блин, козлина заставил меня побегать по всей школе, еще и, блин, по туалету. Ползать! Твою мать! Ай, блин, да чего я ненавижу такие резкие звуки? Злина, блин. Так и до инфаркта... До инфаркта... Скоро. Ай, жесть. Я штука расслабился. Урод, блин, поганый. О, Джесс. Да ладно. Куда дальше-то? Походу сюда. Да? Да, нет? Да? Да я не понимаю, куда. Мы ошиблись, Блейк. Что? В смысле? В смысле, аж... В смысле, кто это? Тебе не надо прятаться. Ты кто такой? Кто это, блин? Разреши мне помочь тебе. Какой-то проповедник местный, походу, да? Я помню тебя, юношей. Да кто ты такой? Ты всегда был таким нервным, тебе не надо быть таким. Слышь, да пошел ты в жопу, вот побудь в моей ситуации, охренеешь. Если ты что-то сделал, расскажи мне. Тут с полами что-то не так, ребят. Не, на них нет? Нет. О, опять здесь. Все, кто просит тебя сохранить тайну, лгут. В смысле? Что ты с ней сделал? С кем? Джессикой? Тогда Блейк ее убил. Что у нас тут? Илни Ирлит и... Блин, я не понимаю. Я не понимаю эти шифры вообще. Кто-нибудь знает, как их понимать? Блокируется. Ох, опять тишина. Опять будет жопа впереди. О, окошко открытое. Может быть, не туда? Я могу туда зайти? Блин, а как туда перейти-то тогда? Если вы хотите, чтобы я к окну подошел. Ох, какое там молоко. Там вообще ни хрена непонятно. Что, я теперь в реале, что ли? А дальше-то куда? Наверное, на балкон. Блин, я немного не понимаю историю с Джесс. В смысле, Блейк ее убил? Убил, что ли? Непонятно. Ой, аккурат. Ох, ребята, ненавижу эту беготню, серьезно. Ой-ой, аккурат. А куда ты забрался, Блейк? Какого хрена так высоко? Какая-то канатная дорога. Походу, нам туда. Ай, блин, держись! Как ты под этой кровью вообще не подскальзываешься? Мне кажется, это какие-то глюки. Типа нет никакой крови, просто дождь.
тебя плющит, приятель. Так, а куда мне дальше? Сюда, что ли? Нет. Ага, вот, взаимодействовать. Наверное, мне куда-то вперед. О, батарейка. Первая батарейка за две серии, блин. Наверное, мне туда, да? Ой-ой-ой. Ай! Да не сильно-то и высоко было. За мной тут бегать никто не будет. Будет! Будет! Вашу мать, будет бегать за мной тут кто-нибудь. Кто-нибудь да будет бегать за мной. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Беги, ползи, ползи, беги, ползи. Ползи, беги. Ёлки-шпалки. Когда-нибудь я от них отвяжусь, мне кажется. Но не сегодня, походу. Куда? Ой, блин. Там еще один дядька висит или что с ним было? Я не заметил. Да ползишь ты наверх. Дружище, давай. Ай-яй-яй. Сзади кто-то прям рядом. Давай, давай, ползи. Фух. В смысле, никто не пойдет за мной? Да, да. Слава богу, я смогу их закрыть всех. Че, лошары, все съели? Фух. Ну, как показывает практика в этой игре, расслабляться здесь не стоит. Фух, бинтики, бинты мне не нужны. О, ребята, вот это было стрёмно. Что это? Максимум, вот, 3,6. Что, опять лифт, что ли? Серьезно? В натуре. А куда он меня приведет, наверх или вниз? Походу, если он сверху, снизу, вернее, опускается, я пойду куда-то вниз. К шахтам. Вероятно. Не знаю. Кто там? В смысле? Да в смысле? Да сейчас-то куда? Я вниз. Черт. Серьезно, а куда там было-то еще? Почему эта игра заставляет принимать какие-то внезапные решения? Я не понимаю, блин. А, вон, понятно, вижу. Я не люблю так. Я люблю погрузиться в атмосферу. Я не хочу вот так бегать, как придурок. Не пойми от кого, блин. Ладно, это стрёмно на самом деле, но... Да в смысле? Я же пробежал. Что, обратно бежим? Окей. Побежали обратно. Да все, меня поймали. Это жутко было, наверное... Не знаю, лет 50 назад, когда это было жутко, но просто так бегать это неинтересно. Вот атмосфера жуткая, это да. И скримеры мне не нравятся. Что же мне тогда нравится, да, скажете вы? Да ни хрена, походу. Мне не нравится вот эта беготня. Ёлки-шпалки, как они на пятки-то наступают. Меня постоянно торопят что-то делать, делать, делать. Надо просто запомнить, куда бежать, и все. По сути. Да беги ты уже. Ты что, выдохся, что ли? В смысле, в смысле? Что происходит? Я что, вернулся к лифту, что ли? О, там еще дядька стоит. О, еще один вылез. Мне куда, в лифт? Блин, еще один спрыгнул. Какие же вы тормозные-то. Давай. Фух, заколебали черти, позорные. Мне кажется, внизу меня там ждать будут толпой. В смысле, я в шахты спускаюсь? 40 футов. Я еще могу спасти ее, Джесс. Я просто... Лин. Ее зовут Лин. А, у него уже переплетение в голове, типа Джесс, Лин. Он сам не знает, кого спасать. Ёлки. Ёлки. В смысле? Ай, блин. Ёлки ж... Ай. Куда я падаю-то? Сколько там... Какие шахты, блин? Кто-то сверху, да? Они что, упали со мной? Да ёлки. Охренеть, куда я падаю-то? Не слишком ли глубоко? 800 футов. Сколько же это в метрах, интересно? Столько же и в метрах, наверное. В смысле, еще ниже? Да вы шутите. Но я ничего не могу сделать.
Я же ничего не могу сделать. А, могу. Я могу спуститься сюда. Так. Откуда я все-таки выбрался? Блин, ребята. Мне это напоминает первому Outlast, когда я в самую жопу спустился. Типа, вот-вот я должен спастись, и я спускаюсь еще в большую жопу. Фух, вот это... Вот это было жестко. Ладно, пойдем. Пойдем на поиски Лин. Надеюсь, она здесь, и... Судя по тому, что это был единственный путь ко мне, все эти черти остались там, наверху. Ну и хорошо. Надеюсь, никого... Никто меня ждать здесь не будет. Вроде пока... Хотел сказать спокойно. Итак, мы начинаем прохождение метро Exodus. Шучу, это все еще. А, Outlast 2! Они все еще здесь. Ну зашибись. Ну серьезно, блин, ну, ребята, ну. Какого хрена вы меня преследуете? Я не хочу за ним, я пойду сюда. Ну. Лин! Да ладно, нифига себе. Я давно ее не слышал. Всплывай ты уже. Ну, всплывай, блин, придурок. Я уже думал, сейчас в школе где-нибудь всплыву. Давай, беги быстрее. Где? Куда? Сюда? Давай. Ты не зло, Блейк. Мы ошиблись. В смысле, кто это говорит? Кто это сказал? О! Да ладно! Да ладно! Да ладушки, оладушки! Да в смысле, блин? Он меня заколебал, реально, он уже... У него уже переплетение реальности с нереальностью. Что происходит? Завал? Ну, а, понятно. Тут проход. Ух ты, блин. В смысле? Кто делает? О, смотри. Ждут меня. О, блин. И здесь эти ребята какие-то покоцанные. Мне куда, наверх? Я же наверх-то не могу. А, тут еще один проход есть. Фак. О, я могу их снять. Блин, капец, еще какие-то люди. Что это вообще за место, блин? Жесткач. Так, ну это-то я посмотреть могу. Они жили там внизу. Нет, не жили. Я должен был найти Лин. Я надеялся, что уже не нашел ее. А, насколько понял, ты ее все-таки нашел. Поэтому давай искать ее. Так, мне, наверное, туда. Туда-то я не могу пройти. Ой, как глаз у него светится. Ай-яй, ни хрена ж не видно. Блин, как меня заколебали эти... Я думал, они добрые. Они на самом деле черти те еще. Эй, кто-нибудь. Скажите, что... Скоро это все закончится. Игра, мне кажется, более затянутой, чем Outlast 1. О, кто-то там сзади. Ну и первая была интереснее, потому что как бы здесь вообще непонятно, что, куда, когда это закончится. А там у тебя была цель просто... В смысле? Была цель выйти из этого грёбаного дома. Сначала зайти в него, да? Вот этот дебилизм был. А потом выйти. Щеколда. Блин, ну начинается. Мне опять с ними бегать. Да? Пошел в жопу. Я устал от вас бегать. Ну все, приехал. Да? Товарищ, блин. Ладно, хрен с вами. Я... Да где он? Куда он утопал-то? О, блин, наверное, мне вперед. Короче, ломлюсь вперед. Все, будь что будет. Ага. Я паровозик. Чух. Ой, блин, ай, блин, куда? Что? Как? О, чтоб меня... Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
куда там было бежать-то, я не понял. Нет, серьезно, он там впереди был. Окей, он стоит передо мной. И бежит на меня. Ну, нормально, да. А куда от него бежать-то? Назад, что ли? Так, справа-слева ничего. Значит, возвращаемся назад. Бежим назад как можно быстрее. Не знаю зачем. Там же сзади еще кто-нибудь будет. Эх, опять я паровозик. И я слева видел что-то тут. Дверь. Дверь. Закрываем на щеколду. Ха-ха-ха-ха. Не знаю зачем. Я, походу, закрылся с каким-нибудь еще одним типом. Ну, наверное, мне подождать, пока он пройдет, и вернуться туда. Блин, что за глупая беготня туда-сюда? Мне это не нравится. Туда-сюда, туда-сюда. Да блин, да как так-то? Да в смысле? Вы заколебали, откуда вы беретесь, придурочный? Короче, сейчас опять включаю режим паровозика и гоню на пролом. Тут же никого нет. И сюда они не втиснутся. Надеюсь. Короче, ломлюсь. Ломлюсь направо. Да? Здравствуйте, блин. Да сколько ж можно-то, а? Вот как вас обходить, придурков? Ты меня в какое направление кинул? Отлично. Все, теперь попробуй догони, урод. Да я застрял, блин. Черт, а с два ты меня догонишь, козел. Все, я прямо. Я прямо и не хочу ничего снимать. Так, блин, я запутался! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Блин, черт! Гребаные паровозики! Блин, это... Это страшно, но это страшно не так, как должно быть страшно. Это как-то просто пугает тем, что я нифига не могу сделать. Только бегать как придурочный. А где? Куда выход-то? Рин он собрался спасать, придурок. Серьезно? Что ты можешь сделать? Так, ну вроде я закупорился вообще максимально. Только смысл от этого. Ну и... Походу мне не сюда. Ну ладно, пойдем наружу. Что делать? Мне походу туда, откуда приехала вагонетка. Да? Ладно, короче, я полечился. Что, зря лечился, что ли? Погнали. Погнали туда. К той вагонетке, да? Удерживайте, чтобы взаимодействовать. А, ее можно назад откатить. Наверное. Ну и? А, я понял. И обойти. Не, подожди, что-то я запутался. Механизм заблокирован. Мне надо ее максимально назад откатить. Переключить механизм и перекатить ее направо. Я понял. Блин, насколько они любят затягивать геймплей всякой хреновиной. Почему меня нельзя сразу отвести клин? Почему тебе нельзя было просто перелезть через этот гребаный контейнер вагонетку? Если ты что-то сделал, расскажи мне. Походу, ты какой-то проповедник. Блин, опять бабай. Заколебал меня преследовать. Записка. Опять проповедь. Проповеди мне неинтересны. Так, а куда мне здесь тогда? Блин, до чего все запутано, а? Ох ты, блин. Вот раньше были страшилки типа Fear. Ползешь себе по лестнице, и тут бах, просто падаешь с этой лестницы обратно. И уже больше не хочешь ползти по этой лестнице. Ёлочки. Вот это стрёмно, когда на тебя камни сдвигаются. И там как бы коридоры, там все понятно и легко просто. И стрелять можно, это главное. Я тогда с испугу, блин, столько патронов на нее тратил. А здесь даже стрелять не дают. Блин, я еще в большую жопу спускаюсь, походу. И так тороплюсь, как будто мне это интересно. Слышь? Это тот чувак, который пел там. Блин.
Вот прикиньте, идете такие вы по шахте, да, с камерой. Ни хрена не видно, кроме того, что впереди тебя. На вытянутую руку. Не видно. Ломимся. Что там? Два чувака? Или чувак с чувихой? Давай быстрее. Так, окей. Это я, пожалуй, прикрою взад. Не хочу я, чтобы кто-то сзади зашел. Любовь и ненависть к Богу одно и то же. Делать и убивать детей одно и то же. Она сказала мне встретиться с ней в музыкальной комнате. В смысле? Блин, я твои загадки вообще не понимаю, Блейк. Кто там делает? Ой, блин. Пожалуй, ты меня убедил. Надо валить и перезагрузить. Ох. Сталактиты. Окей. Ты не разобьешься? Бултых. Блин, кто? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что происходит? Меня поймали. Что ты сделал с Лин? Где она? Так это баба. Мы создание аппетита. Я хочу почувствовать твой голод. Ой, какая ты стрёмная. А что с тобой? Я хочу увидеть твое истинное лицо. Твое семя сожжет этот мир. Где Лин? Ты голожопая ублюдка. Мама сожжет. Ты купаться пошла, что ли? Приветствую нашего новорожденного господа, нагого, ничего не прячущего. Я снимаю эту маску. Я показываю мое истинное лицо. Что там? Покажи, говорит мне, свое истинное лицо. Идет ко мне, смотри. Сейчас что-то будет. Ох ты ж, блин, что с тобой? Какая ты мерзкая. А почему ты такая стрёмная-то? Ты же, блин, нормальная была только что. О, прикол. Вот это мне повезло. Что, подруга? Ты меня убить хочешь? Какая ж ты, блин, стрёмная-то. Какая ж ты, блин. О, прикол, конечно. Прикол, конечно, я заблудился. Она же нормальная была, видели? Ну, в смысле, кожа у нее нормальная была. Что с ней стало-то? Блин, я не понимаю, куда бежать. Я еще и бежать не могу. Капец, она меня поймала, походу. Я аж сквозь текстуру провалился. Ну ты же нормальная была, подруга. Ну зачем ты? Зачем ты кидаешься на меня? Че такая села на меня при первом же знакомстве? Молодец. А теперь бегает за мной. Это типа, знаете, когда какая-нибудь стрёмная подруга познакомилась с тобой и бегает за тобой. Ой, все, я встрял. Походу, мне не направо было, да? А, в смысле? Ага, все съела, да? Надеюсь, ее там завалило. Блин, ну пока завалило только меня. И я не понимаю, куда бежать. Куда ползти-то? В смысле? А, во, есть проход справа. Но она, походу, знает, как сюда перебраться. Сохранение идет. Он пришел, плод твоей похоти. Да в смысле похоти? У нас нету детей с этой самой, как ее. Так, ну здесь тупик. Смотри, говорит Христос. Да я не хочу прятаться ни от кого. Я хочу пробежать быстрее эти моменты и увидеть Лин. Она говорит про какого-то сына. Так она даже не беременная была. Лин, я имею в виду. Какой сын-то? Ёлочки. Ну, значит, мне не туда. Видимо, мне отключить надо. Скорее всего, здесь, где светло. Ай, блин! Да сколько ж можно-то, а, подруга? Ну что ты от меня хочешь? Я еще и бежать не могу по воде, да?
Блин, ну это такая нелепость, а вот, блин, как я не люблю просто бродить, как придурок туда-сюда. Это ж глупо. Это неинтересно нифига. Давай, выныривай. Ну, куда ты поплыл-то? Я нифига не понимаю, не вижу. Где мы? Где мы, Блейк? А, во, свет. Я вышел, по-моему, туда, куда мне нужно было выйти. Надеюсь. Она сзади, нет? Или спереди? Блин, я вообще не понимаю, куда идти. Куда я иду, правильно я иду или нет? Так, это тупик или что это? Блин, да, это тупик. Или нет? Ну да. Ну что за бред-то? Куда идти, я не понимаю. Danger. Туда я не могу. О, я нашел его. Рубильничек. Отлично. А дальше-то куда? Так, а теперь-то я могу пробежать? Или меня шибанет еще? Ну, вероятнее всего, мне в эту сторону. Но она там бродит постоянно. Я не понимаю, как туда пройти. Хотя нет, второй рубильник я нашел в другом месте. Прикол. По дороге туда, куда я шел первый раз. Главное теперь с этой курицей не встретиться. Она, походу, прям здесь! Блин. Иди в жопу, коза! Блин, да почему? Вот это же ни хрена не страшно. Это, блин... Это сложно, тупо бежать туда-сюда. Вот я, блин, старался. А толку от того, что я старался? Вот, опять она идет навстречу. Да ладно, все-таки я успел. Все-таки я справился. Фу, вот и чего это... Стрёмно и непонятно. Блин, так я... Чё, я пролез или нет? Вставай, придурок. И? Да, походу я вылез. Так, а куда я вылез-то? Мне же не вниз, наверное. Мне же всё-таки... Ой! Аккуратно. Она же за мной не залезет. Ладно, ребята, сохранение было. Что-то эта беготня с ней меня утомила. На этом на сегодня все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого.